Всем привет, друзья! Сегодня тема нашего видео – легкая возможность легализации в Европе или топ-10 преимуществ начать переезд в Польшу. Польша – одна из самых экономически развитых стран в Восточной Европе. Здесь высокий уровень жизни и упрощенная возможность получить легальный статус по сравнению с другими странами Европы. Почему же Польша, спросите вы? Давайте разберемся. Итак, во-первых, десятки бюджетных способов переезда и легализации, такие как трудоустройство. Каждый год в стране появляются новые рабочие места, а средняя минимальная заработная плата растет. Поступление на языковые курсы, обучение в вузе, бесплатное образование. Наверняка вы много слышали о полицейской школе. Бизнес-инкубатор, индивидуальное предпринимательство, репатриация. И все это по самым дешевым меркам по сравнению с другими странами Европы. А также быстрота миграционного процесса в среднем займет вас от 3 до 6 месяцев. Ускоренное получение карты резидента Европы. По приезду в страну документы на карту по быту подаются практически сразу. Легкость в открытии виз, нет сильной бюрократии, можно без знания польского языка или английского языка. А внутри страны, если вы все-таки захотите изучать язык, не будет затруднительным изучение данного языка. Но большим преимуществом будет, конечно же, знание английского, французского или других языков, так как на территории Польши огромное количество иностранных филиалов. Еще одним из преимуществ является экономический рост в стране, низкие цены на аренду и покупку жилья, высокое качество инфраструктуры. Можно легко путешествовать и дешево по всей Европе, а также возможность получить довольно быстро польское гражданство, а мы знаем, какие двери открывает нам паспорт Евросоюза. И последнее – это возможность уложиться в самый ограниченный бюджет. Иммиграция в Польшу совсем не бьет по карману и доступна практически всем. Если вы еще думаете, начните свой старт легализации в Европе с Польши. Оставьте запрос в комментариях под этим видео, а мы проведем вам индивидуальную оценку шансов и подберем вам правильный миграционный путь, исходя из вашей ситуации, возможностей и предпочтений.